Мы сегодня бегущие книги. Хотим задать вам один вопрос. Пожалуйста. Как расшифровывается сокращение названия серии научных художественных биографий ЗЗЛ? Вариант ответа. Жизнь знаменитых личностей. Жизнь замечательных людей. Какой город главный герой произведения Достоевского? И вам книжку подарок. По какому произведению был снят сериал с Евгением Мироновым в главной роли? По Достоевскому. Иди. А давайте мой вопрос. Как называют наиболее раскупаемые книги, издаваемые большими тиражами? Ой, вы молодец. Фразу Максима Горького. Любите книгу, любите книгу, источник. Предлагаю ответы. Диктантов предложений, знаний, умений. О, вы молодец. Ответьте, пожалуйста. Послушайте вопрос. Как называется одна из древнейших форм книги? Варианты ответов. Свиток. Клубок, рулон или гармошка? Свиток. Правильный ответ. По Достоевскому? Назовите известные вам произведения Достоевского. Идиот. Это у Достоевского. Братья Карамазовы, по-моему. Более зачем? Преступление наказания. Конечно. Основал первую библиотеку на Руси. Петр Первый. Сейчас Мудрый, Иван Грозный. А, то есть, нет, Петр Первый же, он сказал библиотекам быть, и большое количество библиотек построил как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Но это то есть до него еще был Ярослав Мудрый. Да. Буду знать.